Эй, what's up, бро, всем привет, всем здравствуйте, с вами, как всегда, я, Лёха, и канал Hard Games. Ну что ж, мои хорошие, наконец-то мы с вами добрались до следующей главы в нашей любимой Little Nightmare, в наших любимых ночных кошмариках. Значит, предыдущая часть называлась «Глубина», ребят, всем, кто не видел, это DLC, если что, DLC, да. Можете посмотреть на канале, ссылка внизу в описании на плейлист. Сегодня мы, я так понимаю, узнаем тайну вот этих вот человечков в шапочках, располагайтесь поудобнее, не забывайте подписываться на канал, поставить лайк. Ну а мы, в общем-то, начинаем. Ай, ну давай. Ой, сейчас узнаем там, откуда они взялись, что это за человечки. Ага, это значит продолжение, да? То есть, смотри, это получается продолжение, нас с тобой схватили, и мы вот, собственно, с вами в этом мешке все-таки мы выбираемся. Хотя, когда, по-моему, за девочку мы проходили... А, ну мы могли не видеть. Мы могли не видеть то, что пацанчик выбрался, то есть не обязательно, наверное, в это время проходил. Так. Хай. О, вижу колпачок справа. О, привет. Я тебя знаю. Что это за пеньки? Это как, знаешь, как опята, грибочки такие. Слушай, ну они мне ни разу в игре ничего плохого не делали. Они почему-то всегда убегают. Фонарик. F, да, фонарик. Кто-то тут откис. Так, управление я помню, все помню. Ну что, поехали. Так, пацаны, давайте только, ну его нафиг, вот меня не пугайте. Всем, что ли? Да стойте, я... Я с вами подружиться хотел. Эй! Пойдем, пойдем. Ля, дурак. Застрял. Блять. Ну, это от того, что кто-то слишком много ест. Так, погоди, а как же нам? Может, по ящикам? А куда? Нет. Погоди. Надо что это сделать? Что? Эй, чувак. Эй. Я подружился с ним. Пацаны, я это... Фига у нас, блин, шайка сейчас будет. Так. Это, иди сюда. Погоди, погоди, мне, наверное, его перебрасывать надо. Иди сюда, мой хороший, иди. Как его с тобой назовем? Давай Игорьком назовем. Игорьком, не знаю, просто Игорьком. Игорьок, иди сюда. Ты иди сюда. Иди, что покажу. О, хорош. Успел. Так. Слушай, он прям ходит за мной. Он ко мне привык. Подожди, а что здесь делать надо? Ну, судя по ящику, может туда его на ящик забросить, нет? Так, что это за хрень? Чувачки. Это глаз и мальчик с девочкой. Так, погоди. Ну, судя по всему, этот чемодан надо куда-то двигать. Это... Подожди, может там вообще проход за ним? Нет. Не, ничего подобного.
Погоди, а куда ж... Нет. Так, а куда же... Не, ну погоди, здесь прям чемодан. Он прям напрашивается на какое-то действие, только... Хочет он сюда. Плати... Пойму куда. Да что ты идти-то? Слушай, ну сюда он не прыгает дальше. Ня. Видишь, сюда не хочет. Цепляться он ни за что не хочет. Может, за кран? Швабру, может, метелку какую взять? Слушай, ну его куда-то закидывать надо. Не понимаю я, куда? Может, на ящик? Может, сюда тебя, родной? Да нет. Нет, что-то надо с этим сделать. 100%. 300% тебе даю. Чемодан не просто так стоит. Чемодан, он всегда стоит для чего-то. А для чего? Что-то открыть как-то. А, во! Хорош. Рисунки наскальные. О, пацаны, пацаны сидят. Так, надо помочь. Надо помочь обязательно. Это дверь. Эй! Что, может, его приголубить надо? Эй! Братан! Ты мой друг. Пойдем! Как? Не, стой, быть такого не может. Там он еще один, братанчик. Все, погоди. Нет, туда он не долетит. А, долетит. Ну-ка, 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 ребятки. Лайк, пацанам, стопудово. Эть. Надо сразу его приголубить. Ты ж мой родненький, господи. Пойдем. Давай, пойдем. Пойдем, давай, говорю, не бойся. Пойдешь, нет? Пойдем. Эй, пацаны, эть. Куда они показывают? На глаз? Куда? Хыть. Чего они показывают? Куда? Хыть. Толкать надо, блин. Во! Во! Хорош. Такую можно банду целую собрать. Погоди, ну здесь легко. Стопудово надо на стул одного закидывать, а потом его кинуть. Эть. Погоди. Подожди, ну хорошо, а если мы... лестница, ведро...
Еще один пацанчик стоит. И обнимемся. Так, дерни, говорит, за ручку. Дерни за ручку. Дернул. Так, понесли уголь. Понял. Значит, какая-то головоломка. Лестница здесь не просто так. Лестница здесь не просто так, 100%. Для чего-то лестница. Так, секунду. Куда-то лезем. Гномики у меня там внизу остались, да? Пик, что ли, обычно? Ой. Так. Ручку вижу. Наверное, голову. Найс. Наверное, голову, да, надо? Или кубик. Дурачок. Уйди отсюда. И давай, родной, прекрати это пугать людей. Кнопку, вижу кнопку. Хыть. Стейк юму, вы пошли. Не мог видеть, дурак. Так, ладно. Погоди, погоди, а что если палку, давай. Оп. А? Да, что? Может, он не слепой? Ля ты на крысичах, а? Погоди, сейчас мы его обманем все равно, пока это. Ало. Что случилось? Что, да, не случилось? А почему? А почему? А зачем?
Кстати, просто замансил. Просто девочку, смотри, сейчас размансил жестко. Так, вот там вот рубильник. Наверное, надо, чтобы руку ему, да, отпилила. Или что-то типа такого. Все, я понял, я понял, я понял. Вот кнопка сейчас теперь заработала. Где он есть? Шел? Что это он? Привнул-то. Пошел, 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 пошел. Жестко. Успел, ладно. Так, вижу. Вижу, вижу, вижу. Сейчас, пацаны, сейчас все сделаем. Как, он, видишь, вон лючок сверху. А как забраться туда? Как? Так, понял. Что ничего не понял. Подожди, а вот это что за дорога? О, Вова, чувачок! Эй! Чувачок! Пс. Давай, 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 давай! Давай, мой хороший! Давай! Хорош! Обнимашки! Пойдем! Пойдем, мой хороший, пойдем! Мы его как раз туда закинем, на лестницу, он нам ее, наверное, спустит. Давай, иди сюда. Иди ко мне. Там покрякивает еще. Хыть! Хорош! Молодец какой, а. Слушай, они мне прям очень помогают. Они... Это прям друзья мои. Они очень милые, кстати, вот эти гномики. Кто это? Не гномики, а кто? Вот, а короче. Здрасте. Что так темно? Эй! Здорово. Кнопка. Ага, электричества нет. И чё? Типа, за это время нужно что-то сделать. А что? Смотри, то есть мы нажимаем. Не понял. Так, стоп, здесь нет ничего. Так. Еще одна ручка, погоди. А, это мы опускаем вагончик, а там есть рельсы. Ага.
Ага, чувачок этот отцепил. А как назад? Как и кверху? Наверх же, да, лезть? Вот здесь... Ой, блядь! Не считается. Не считается, мы всем скажем с первого раза. Не туда, стой, это, тараканчик. Нет, сюда. А как? Смотри, катится она только в одну сторону. Подожди, нет, не в одну. Сюда она не зайдет. Залип-то. Может, с ним надо? Как-то поможет. А, во. Нет. Нет, нифига. Дверь надо как-то открыть. Подожди, а что если вот эту тележку подогнать туда? Погоди-ка, вот, наверное, так оно и есть. Смотри. Это сюда. Ага. Давай, пошел. Опа. А вот рубильник. Ага, на рубильник надо еще одного человечка. Подожди, дай попробуем его вытащить отсюда. Стой! Как-то надо на ту сторону перебраться через вот эту штуку. 100%. Но нет. Это не то. По идее, здесь должна проезжать тележка. Здесь вот как типа тормоза у нее. Нет, ну чтобы вот этот рычаг нажать, смотри, 100% надо туда типа закинуть. Блин, а чтоб типа закинуть, это надо что-то здесь не складывается. Нет, это не просто так. Это где-то мы с тобой упустили, а вот где? По идее, знаешь, такое ощущение, как надо вот электричество подать. Но нам не с чего даже прыгнуть. Здесь тоже вот лопата. Лопату он не возьмет.
Ящик подвинуть? Нет, ящик он залезает просто. Но назад дороги нет. То есть что-то как-то вот здесь вот можно. Что-то как-то здесь. А как? Интересно. Отсюда, понимаешь, она вроде вот показана, но... Но нет. Мне кажется, их в несколько надо, чувачков. Все-таки его поймать надо. Так его невозможно поймать. О! Стоп, поймал! Вот оно в чем дело. Я его туда закидываю. Эть. А вот теперь мы вместе. Иди сюда. Пойдем. Это его туда надо закинуть. Иди сюда, мой хороший. Ну иди сюда. Чё ты? А, рубильник, рубильник, рубильник. Давай. Оп! Нет, сначала, наверное, нужно туда его закинуть. Самое начало. А, потому что тележка даст нам... Оп! Еще одного типа. Да, вот. Так, есть. Я не знаю, нужно ли ее толкать. Давай попробуем. Сюда ли ее нужно толкать? Никто не знает. Так, пойдемте. Теперь вот сюда. Ага. Что нам это дало? Ага. Так. Эй, куда ты? Он убежал-то. А, все, понял. Так. Оп. Есть. Теперь также его ловим, да? Ёпта. Что за 300 IQ мувы? Поймал. Так. Теперь все вместе, наверное, толкаем тележку в горку. Стопудово. Так и есть. Сейчас, пацаны. Поехали. Слушай, это сколько мы уже с тобой человечков так спасли? Много. Все, давай, мужики. Валите. Давай, сейчас попрет. Мы ее так запрем туда, ну должны. Давай, мои хорошие. Хорош! Так. Ой. А вот теперь, наверное, мне... Погоди. Что мне это дало? Подожди. Мне кажется, вот сюда вот надо. Стоп. Так, полезли. Оп. Так. Thank you.
Есть. Погнали, мужики. Толкаем нашу тачанку. Один, да, постоянно отстает. Один постоянно в затупе где-то. Так. О, сейчас с горочки хорошо пойдет. Повторяют. Сюда. Подожди, ну здесь стоит лопата. А, он сам, подожди, туда залезть может. Так. Здесь только наверх. Допустим. Подожди, ну а что мне это даст? Это же это вообще ничего, наверное, не даст. Тут вообще чувак ушел. Специально уже шумлю. Кого? Хотя, может быть, наоборот, там вниз нужно было открыть. Подожди. Блин, наверное, с той стороны, но я там разве не разобьюсь? Я ж там, наверное, разобьюсь с вами. Отсюда мы пришли. Здесь мы с тобой все сделали. Там мы все сделали. В принципе, это быстро. Так. Здесь слазили, проход открыли. Здесь выбили стену. Тележку мы дотолкали. А, ну все, ну тут стопудово. Нет, эти, если на стенку не лезут, от стопудово, значит, мне нужно самому что-то делать. Может быть, и открыть, кстати, что-то. Смотри, из того, что можно открыть. Может, тут я что-нибудь не учел. Здесь работяги, смотри, они уголь, да, нам ковыряют. Потяги топят печку. Куда? Стой! Ой, дурак! Быстро! Смотри, а. Так. Плюс один друг. Еще один застрял. Так. Знаю зачем, но... У меня, знаешь, такое ощущение, мы этих человечков для чего-то собираем. И их очень много уже.
Мне кажется, они в конце, они как-то должны соединиться, что ли. Огромную дверь вижу. Стол-то тут не просто так. Вот один стол, да? Тут везде минное поле, камушки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас. Опа. Стоп. Лестница дальше вижу. Нахер. Надо ты чё? Чё, родной? Хорош, тормози, меня эти человечки ждут. Игорьки, Димасики. Давай, безут. Я думал. Да ладно. Так, стоп, стоят три шкафа. Этим я не залезу. Ручкам он кидать не хочет. А что делать? Подожди. Тапки, ёпта, чьи-то. Тоже не прыгает. Странно. Погоди, эта комната неспроста. Так, здесь книжки. Тут шкафы, понимаешь, подсвечены, зараза, шкафы. Почему-то он вот сюда лезть не хочет, а почему? Я прям уверен, что по этим ящикам он должен залезать. Только почему-то персонаж наш вообще в этом не уверен. Подождите, ну может где-то что-то здесь? Нет,
Все намного проще, я уверен. Где-то какая-то дырочка. Опа, ладошка. Видел? Что это, стул? Стул, вот интересно, для чего? На ручки прыгать? Подожди. Нет. Погоди-ка. Там, видишь, желтенькие пятнышки? Может быть, туда? За этот ящик, наверное, зацепиться можно. Ну, вообще, логика-то есть где-то. Так их все вообще можно открыть. Если что. Короче, у нас есть стул. Есть три ящика. Какие-то выступы, может быть, по ним залезть, но я тоже сомневаюсь. Нет, не хочет он лезть здесь. Бля, ну что-то со стулом связано, какие-то замуты со стулом, 100%. Еще раз. Вот оно что. Не зря этот шкаф-то мы открыли. Ну конечно же. Вот оно. Так, додумались. Без подсказок, заметь. Тайма. Оп. В первой части мы, кстати, с тобой тоже так лазили. Шутя. Кстати, я заметил, в игре очень редко вниз ты куда-то вот так долго ползешь. В основном наоборот, всегда только куда-то вверх. Так, здорово, пацаны. Ага, сейчас. Надо фонариком в нее вообще запулить. Намного проще. Ить! Я понял. Минное поле. Что мне вообще интересно этот поход дал? Типа по факту же вообще, наверное, ни хрена. Что мы от него получили? Там прошлись, тут прошлись. Thank you.
Так. Так, вылетают две пробки. Допустим. Зачем? Нет, наверное, надо чувачкам отнести. Нет. Нет. Подожди. А может быть, им отправить как-то надо? Тоже вряд ли. Ничего. Одна, видишь, типа перегоревшая. Так понимаю, сюда нужно вторую нормальную пробку, что ли, принести было. Может, я ее там где-то в конце коридора, блядь, не увидел. Скорее всего. Подожди. Там ничего такого не припомню. Да, наверное, нужна пробка. Значит, я, наверное, там не дошел, да, немножко? Короче, блять. Я сейчас реально труханул немножко. Хватаемся, идем вниз. Вон она, пробка. Я понял. Мать его, все, я понял, в чем дело. Я понял, братцы. И вот этот ящик будет выдвигаться. Я вкурил. Вот оно как делается все. А я с самого начала просто немножко не это, не понял с этими пробками, видишь. Сейчас пробочку эту донесем. Она в центре, видишь, лампочка-то горит. Так. Поехали. Крысюк ползет за мной. Здорово, пацаны.
Так, а эти меня еще не знают. Эй! Куда попрятались-то? Что ж здесь-то делать? И нет, ни хрена, здесь туалет. Что там нарисовано? Бабайка. Здесь туалет, каловые массы и все. А, вижу. Эй! Ты чё, спрятался-то? Валился? Где ты? Иди сюда. Ты мой друг теперь. Пойдем твоих еще решили искать. Ага. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ты что, издеваешься, что ли? Так. Вот он фигурки рисует, но это мы сейчас... Отойди. Так, и там был какой-то этот. Там был. В смысле? А, нет, стоп, 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 стоп. Это вообще-то наоборот. И, наверное, он по тем ящикам, нужно будет к нему ползти, да. Это тут это вам не там. Или нет? Хрена не пойму. Наука. Уйди. Короче, он где-то вот здесь вот должен быть. Мы пока прям на V+ с тобой забегаем. Давай, пока он не отъехал. Прям идеально стоит. Хорош. Эй! Пойдем. Так. Так, троих я забрал. Есть какая-то ручка. Наверное, их надо закинуть туда. Да. На вид широкая. Так, ну, пацаны... Здесь мы... Что-то я там упустил. Для чего-то это все делалось, понимаешь? А для чего? А нахрена ручка? А зачем? Просто нельзя вот так вот было. Ага.
Слушай, я не знаю, что там дальше делается. Игра мне типа говорит, иди назад. Здесь ничего нет, здесь дверь без ручки, вообще без ничего. Подождите, может быть вот здесь вот какой-то пролаз? Отсюда сюда, потом вот туда вот наверх. Нет. Не, ну здесь логично. Мы спасли типа вот этого работягу мелкого. Логично, это логично. На это логично, логично. Вот смотри, мы здесь цепляемся, и все, здесь больше, ну, некуда. Нет, лажа, это лажа, стопроцентная. Что-то значит надо назад вернуться. Хоть убей, не могу понять, что. Нет, здесь это вот, вот прям железно. Видишь, игра, она как бы подсвечивает то, что нужно. Так, раз... Но вот здесь как-то непонятно, типа мы прошли. Ради чего я здесь был? Что? Что мне нужно здесь было взять? Непонятно. Смотри, назад мы с тобой едем. Мы возвращаемся в то же самое место. Но что, что ты здесь возьмешь? Дверь, ручка. Вверх тоже не попасть. Там этот тип. Какой-то пожилой затупок начинается. А, стоп, здесь дверь закрыта. Братва, дверь-то закрылась. То есть игра мне ограничила локу. Да ладно. Блять. У нас есть ручка, у нас есть лифт. Но здесь вот прям напрашивается, чтобы я одного с собой взял. Понимаешь? Если я про... А, пробки теперь не дает выкручивать, видишь? Бля, что ж это за хрень за такая? Что же тут делать? Я до сих пор, у меня, понимаешь, у меня нет догадок, если мы сюда пришли, для чего мы все это делали? Я, значит, с чем-то должен выйти отсюда, понимаешь? Может быть, ящик?
Додумались. Так. Так, пацаны, станция, вылезай-ка. Вот теперь. Оп. Вот. Все работяги в сборе. Настя, у меня тут целая, это, кузня. А, и эти дачи, наверное, пойдут грузить. Прям, что мне это дает? Какой-нибудь перегруз, типа, надо сделать. Слушайте, а у меня вот здесь типчик один остался. Он так и должен там быть? Что, потерялся? Мне кажется, именно вот его-то и не хватает. Давай, мой хороший. Ну, стрелочка уже почти прям зашкаливает. Нет. Ничего подобного. Что это за ручка за такая? Погоди, а это что такое? Ага. Помню. Не сто покоя ручка не дает. Я ее не дергал. Еще один выглядит какой-нибудь чувак. Давай одного возьмем. И сюда. А, все, нельзя брать. Погоди, может, и мне им типа помочь? Бля, у меня все это ручка, надо как-то на ручку залезть. Мне кажется, еще должны чувачки вывалиться. Звук слышишь? Уж прыгаю криво. Где, где? Подожди, может, где-то здесь? Встает. Кажется, как раз сверху еще должны упасть, типы. Кажется, что саунд где-то что-то я криво прыгаю. Хера. Хорошо, давай подожди, сейчас разберемся. Опукивают где-то типы вот прям с левой стороны. Стойка, а вот пролаз есть. Понял. А как же мне там открыть-то? Точно, вот они. Так, все, я понял. Надо искать, как там дернуть ручку. Дернуть.
Ёпта. Думал, в ведро упаду. Все правильно, вот этих троих и не хватает, чтобы они перегруз дали на котел. Ведро, может быть, ведро должно упасть. Хотя вряд ли. Нет, 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 не через ведро. Значит, я как-то неправильно прыгаю. Может быть. Что ж я не так делаю, а? Что, подвинуть можно этот стул? Подвинуть, а можно? 2000 years later. Так, ну подождите, если он не запрыгивает с разбегу, значит все элементарно. Только сейчас мне ничего не надо говорить. Все элементарно и просто, я хотел сказать. Так оно и оказалось. Все, пацаны, пресс F. Лайк за человечков, молодцы какие. Могли меня, выручили. Куда я? Теперь самый главный вопрос. Куда мы? Спрятался ты, эй, помогайте. Выглядывай. Иди сюда. Пацаны, пойдемте. Хрена вас тут. Спасибо. Спасибо, ребят. Тут целый лагерь. Обнимемся. Обалдеть, у них реально целый лагерь здесь, прикинь. Знаю, это, наверное, конец. Или нет? Что здесь делать-то нужно? Хрен его знает, что здесь сделать. Вряд ли. Должна же быть какая-то, ну, логическая, да? Цепочка. Что сделать-то надо? Раз сюда можно залезать, наверное, сюда надо лезть. Нет. А, погоди, во! Еще один лаз.
Конец близок. Слушай, ну это 100% надо третью часть DLS-ки проходить. Стопудово. Слушай, а вот здесь, наверное, как раз третья эта часть и начинается. Но что ж, ребят, давайте на этом, наверное, мы серию закончим. Да, логично будет закончить. Вот, не забывай подписываться, ставить лайк, ребят, для того, чтобы не просирать новые серии. Подписывайся обязательно на телеграм-канал, на мой инстаграм. Вот, и встретимся в новых видеороликах. Давай, все, удачи, на связи. С вами, как всегда, был я, Леха, и канал Hard Games. Берегите себя. Пока-пока.